Warner Brothers Pictures. Студия, подарившая зрителям знаменитые полицейские драмы «Грязный Гарри», «Тренировочный день» и «Отступники», представляет новый фильм в лучших традициях жанра. Я внедрюсь под прикрытием. Черт с два. Все на мази. А что стало с моим решением? Алло, президент негр, теперь мы принимаем решение. Служить и защищать можно по правилам? Или так, как это делаете вы? Вот теперь пора ответить. Есть! Совсем другое дело. У меня мамаша то же самое подругам загоняла. Сынок, гений! Сынок, гений! That's the sound of the police! That's the sound of the beast! Так, это что такое? К вам в дом кто-то забрался? Сейчас я этому существу кое-что прострелю. Спокойно, мэм. Звали кого-нибудь, мам? Уберите пистолет. Я знаю свои права. Эй, ствол убрала на счет раз. На счет два взяла пацана и ушла с улицы. И сиди там, пока не позовем. Вот люди. Этой весной. Да выпустите ее, мое. Еще слово, я тебе башку прострелю. Это я тебя прострелю. Че? Да завали ты. Заткнись. Хватит меня. Задрали. Черт. Видишь, до чего довел? Брюс Уиллис. Напарник мой, просто монстр. За что пощечину, блин? Я пытался объяснить. Для ясности не хватало пощечины. Трейси Морган. Полиция! Мы должны знать, что произошло. И Шон Уильям Скотт. Полицейский произвол. Еще нет. Езжай, езжай, мне похрен. Как скажешь. Напарники. Тук-тук. Нет! Ни хера! Нет! Ни за что! Я не собираюсь! Нет! Кто там? С марта в кинотеатрах.